Бек Нарзи – обладатель высшей мировой награды в области барменского искусства, именуемой «жидким Оскаром». Уроженец Таджикистана и гражданин Великобритании с достоинством представляет Россию на мировой арене в этой области. Отличается повышенной тягой к новым знаниям, страстью к путешествиям, в поисках формулы идеального баланса в жизни. И за это люди прозвали его «ночным алхимиком». В Америке он нашел вкус свободы. В Британии закалял свой характер и выдержку. В Китае – силу духа и искусство борьбы. В Индии он познавал гармонию и любовь. В Узбекистане родственников он обнаружил в Узбекистане. Бек, ты что сделаешь вообще? Купи арбуз, я твой дядя! А в России он обнаружил безграничную широту русской души. И именно поэтому ночной алхимик популярен своими гастрономическими опытами во всем мире.